На уровне Федерального агентства по туризму проводятся ежегодные конкурсы «Лучшие по профессии». И мы договорились, что вот результаты конкурса, они пойдут зачетом. И наши ребята, которые победят, они, соответственно, будут принимать в федеральном конкурсе участие. Поэтому я думаю, что для них это дополнительный стимул и престиж участия в конкурсе. В него входит два задания, то есть там подтверждение бронирования и отзыв гостя. Пугает на самом деле, да, есть что пугает нас на самом деле, это неизвестность, потому что на эти вопросы нет стандартного ответа. Готовиться это только практика в самом отеле, то есть должен быть хоть какой-то опыт работы с гостями.